2 октября 2019 года, среда. Вот мы пришли на Рыжковский пруд. Как он выглядит. Попросили посмотреть нас. И вот дальше вниз идет. Тут высота около 2 метров уже. Вглубь траншея прокопана. А здесь доски. Чтобы часть потока уже усмирить. 3, 4, 5, 6 получается. С наростами. 6 распорок. Там Володя работает. Тут все чисто. Замещаний никаких нет. Края мы обсекли траву. И при входе. Вот он ее выкидывает. На ту сторону кидай на себя. Вон туда. О, подальше. Вот так. Я тут тебе топорик отдам, чтобы мне его не искать. Он там в траву упал. Вот он, Рыжковский пруд. Сейчас я перелезти, а перелезти мне неудобно. Надо обходить вокруг. Вот, обходить вокруг и топчусь тут как на насесте. Так, там старается Володя. Вот тут еще доски нашили. Ну и здесь, я думал, 2 метра, здесь нет, поменьше, 1,72 м. Мой рост как раз, я иду по траншейке, и вода должна вот сюда вливать. Это разбухала сама вода. Дальше она ударяется, вот это здесь селик. Селик, то есть неповрежденный. Она уже пробила дорогу и дальше туда уходит. Ну а здесь борсущие норы. Борсущие норы и бобрины. Барсуки нам не докучают, а вот от бобров они плотину делают как решето. Вот она ширина какая, больше 100 метров. Но и в потоп промыл. А начинается он где-то там, где деревья. Там начинается, и тут сразу до 100 метров. Такая глубина, 1,3 м. Ну и спрашивается, как оно образовалось. Тут не надо ничего гадать-то. Кто приезжали сюда, у меня были профессора с Академгородка, я всем говорил. Ну, мы в это не верим. Ну, я не заставляю верить. А вы сами решите. Как? Ну, видно, что по краям это было ровно. Ну, да. С этим согласны. И что вот это вот делали не экскаватор, а промыв. Да, вода должна была до краев идти, и земля должна была быть мягкая. Вот. Так, воды было километры, и год вода была здесь таким. Ну, самая высокая вершина была покрыта. Это не гипербола, это буквально. Если я буквально понимаю, то с меня и спроса нету, потому что Библия об этом говорит. Иначе бы люди спаслись еще где-то на горах, на Эвересте. Нет нигде. А это вот бульдозер раньше, когда копал. Вот и все. Сейчас мы земли-то никакой не брали. Отсюда не брали, с той стороны только. А там все изрезано было этими траншеями от бульдозера. Ну, считай. Сейчас сколько у нас? 28 лет Потеряевки? 91 год. 9. Ну да, 28 лет. Ну и 20 не было, 48. И последняя-то она уже тут на ладан дышала последние 5 лет. Вот тебе уже и 45. Вот. Я зашел сюда, на насыпь. Топорик. Там, Володя, ничего трогать не надо, только здесь подбери вот эту траву. Зачисти былась. Тут вообще все хорошо. Как говорят, окей. Ладно.
Вот здесь 404 сваи забили только, чтобы удержать. Ну, вот сейчас мы сосчитаем, посчитаем, сколько дамба. Эта дамба была насыпана, а потом мы вот здесь вот сейчас один. Я пойду считать сейчас, потом я скажу, сколько. Так, забираю всю мою картошку. Это бобры такой прорыв сделали и себе тащат туда, на той стороне тащат себе ветки. Привязанный шарик. Вот, пожалуйста, ширина у нас здесь на месте. Ну, 105 метров примерно. Так еще борт какой сделан. Смотри, борт. Видать, вот стоит велосипед с велосипедом. И откуда он брал? Вот оно видно. Все, откуда брали раньше, бульдозеры ходили 60 лет назад. Вот отсюда землю. Вот они траншейки. А это вот бортик такой. А вам видно, что вы снимаете? А? Вам видно, что вы снимаете? Ну да. А что не видно-то? Он правильно спросил у меня. Дальше. Это вот лох. Другой бот начинается, если в него входит. Невероятно. Больше 100 метров даже ширина. А начинается вот в околочке перед глазами. Там дальше идет дорога ровная. Ничего, лога нет. Что, охота, чтобы взяли тебя? А? Ну подожди маленько, Володя, подожди. Ой, ой, ой. Ну что такое? Что такое, а? Ну, ой, ой, ой. Боится, что тебя привязали за лежащее дерево. Ну, ну. Хорошая, хорошая собачка. Его трактор все разгладил. Я там мерил то ли 40, что ли метров. Все пока. Думаю, что до весны не прорвет. Так полагаю, намного выше, утоптано, хороший сток сделанный. Весной посмотрим. Дальше рыбу заводить. Нынче я 700 карасей сюда отправил. Ну, хотя 7-то остались жить. Здесь была лужа по колено, чуть выше, и кое-где до пояса. А сейчас минимум 2,5 метра. Нам намного дешевле поднять дамбу, чем чистить.
Мы бы дамбу подняли, и там берег затопило, вон там засохшие березки. На всей площади хоть километр будет. И все это обошлось мне 154 800 рублей. Так еще второй мостик, еще Симаковский, и везде воду подняли. Не считая Симаковский, там надо старый слив разобрать и завалить, и поднять его. Че, клещи? Ну, покажи-ка. Ой-ой-ой. Шарик, убери голову. Ты еще себе. Один маленький вон, а другой надулся уже. Ну так это, что делать-то будешь? Давить. А вот еще один. Да я у него смотрел, вроде нету. Вот еще один вон. Еще один, вон, смотрите. Игорь говорит, все убрал. А все убрал, а подсолнухи вот здесь стоят. Вон, смотрите. Ну-ка. Вон он спился. Ой-ой-ой. Бедный шарик. Вон еще один. Да как же так? Где-то я еще один видел. Вытащи это вот, оторви. Вот уже. Ну давай это на что-то положи. Вон лопата у тебя. Сейчас. Подожди-ка. Ну, с собой совковая лопата. Клади на лопату их. Ну и еще дальше-то с ними делать? Давить. А? Давить врагов. Давить врагов. Ну так давить тогда еще. Ой. Кровь-то черная-черная. Черная кровь. Кровососы. А кто-нибудь будет плакать, скажет, ой, 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 ой. Задавили клеща. Это у тебя еще видел. Где он насыплял-то их? Да где? Там у себя где. Что, это около конуры, что ли? Конечно. Да нет, вот он по степи-то бегает с нами. Да почему он? И возле конуры, я у него проверяю, у него также много их. Вон еще один. Стой, Шарик, не наклоняй голову. Вон. Ну-ка, да давай сюда. Подними голову-то. Что ты ее поставишь? Вон, ой-ой-ой. Да о, здоровый какой. Заборолся весь в крови. Вот так. Бедный Шарик, а. Я один раз от него брал, я не знаю, там штук 15 выбрал. А тут подхожу, пощупаю, ничего нету. Ну да, вот. Ну все, пошли. Рыжковский у нас в отличном состоянии. И работы мало было. Сейчас едем еще на второй мостик. И на первый это уже заканчиваем. Осмотр прудов. Дадим отчет. Мостик. Тут вот вода течет. Тут вот как воды. Вон хатки. Этих. Ну, выдра называют. Не выдра, а андатор. Крыса водяная. Сколько Володя где-то там сзади с Шариком. А вот тут у нас надписи. Чтоб проезжающий знал. Что такое? Я вот одну видать. Тут нынче долго не было. Тут просто дно и все. Вода течет. А откуда берется вода? Родники. Больше ниоткуда. Нынче даже не покрасили. Вот. Под цвет российского флага. Красно-синий, белый. Пропуск. Красно-синий, белый. Ну, вот так вот сделали. И здесь точно так же ограждение. Красные родились. Синие думать о вечности, о Боге, о небе. И белый, великий белый престол. Господний суд. Вот у нас парапеты из камня выложены. Здесь, там 4 парапета. И вода удержалась. А эти камни держатся. Там внутри сваи. Вот они идут под водой опилены. Ох.
Да остановитесь, остановитесь, остановитесь. Нельзя дальше. Там кверх ногами пойдет камень, тут по нему не проехать. Пусть попьет. Сейчас велосипеда туда перетащим. Меня спрашивали, где гильзы. Я не знаю, там вот шариком привязать, наверное, где-то здесь. Там да еще. Нет, а? Нет, я с ним поеду. Ну, можно привязать он за столб. Привяжи его. Со мной пускай едет, и все. Потому что, видишь, он уже устал. И там крепче далек. Спать будет. А? Крепче спать будет, говорю. Ну так он будет спать. А шарик. Там тявкает там. Останься здесь. Я хочу показать, спрашивает, где гильзы. Я сказал, утки улетели, а гильзы-то остались. Расхлестали все, только слышно, пух-пух-пух. Стреляют с 1 сентября. Ну а что ты сделаешь? Вот оно где, вода течет. Переведи его туда, а потом с моим велосипедом. Иди ко мне подойди, я покажу, где гильзы лежат. Вот они камни как уложены. Так, Володя, положи там велосипед в сторонку, уведи, чтобы машина поедет. Было где. А это вот тоже одно каменистое, но выгорело уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть свай, здесь мост был. Это брали лиственницу, привозили, срубленную в зимнее время. Долго вымачивали в избести. И вот уже больше 100 лет, лет 150 стоит. Иди-ка сюда. Вот, где дно каменистое, а под ним вот кирпич лежит. Подними кирпич. И вот сюда вот выложен этот гильзы. Посмотри там. Пятый. Да, посмотри. Это я собрал-то. Ну, не все, которые здесь были, на дороге, рядом. Вытащи пятый все. Пятый номер, 3 миллиметра. Да мне не надо. Это я. Или 3 сантиметра. У меня был 24-й калибр, 16-й, кажется. Разные были ружья. Сколько? О, а это что? Не использован? А? Не использованный? Не использован, да? Да. И сколько? 3, 4, 5, 6... Все, наверное. Все, да. Ну, не использованный, пусть лежит тоже. Положи туда. Вон она, да, вон дробь. А это дробь, да? Дробь, да, вон. Не надо, это опасно. Положи. Туда положи и закрой кирпичом. Видишь, я тогда собрал их, как знал. А тут какой-то спрашивает, а где гильзы? Повторяю, вот кирпичиком закрыты. Вот синяя полоска и... Так, ты мой велосипед приведешь? Да. Давай сюда. А одежа там можно не брать, нет, взять. А то кто бальки пушистые стали уже. Все, семена полетят. Видите, как здесь. Это если выше подняли, если тут прорвется, то она сразу вниз туда уйдет. А тут выше, чтобы не допустить. Вот здесь. Отражение в воде. На первом мостике вообще ничего не делали. Здесь озера нету, пруда нету. Ну, за пруду мы сделали. Чтобы там здесь такая прорва была широкая, метров 8 глубокая, промыв воды. И тут нельзя было даже... Мы пешком пойдем, да? А? Пешком пойдем? Ну, пешком пойдем. Да, подожди, подожди. То есть без велосипеда, что ли? Или на велосипеде? Да к нам же на шлюз надо съездить. А, ну поехали. Давай я заберу у тебя его. Все.